По мнению и руководителей администрации, и горожан, и гостей, Бердск динамично развивается, меняется и становится более современным его внешний вид. Один из проектов – это реализация проекта по строительству нового дворца бракосочетания. Данная идея, она уже, в принципе, созрела давно. Хотелось бы нам иметь в городе такой объект, красивый, с разведением получателей услуг. Имеется в виду в разные входы. Ну и, конечно, хотелось бы иметь современное красивое здание. И, конечно, эти вопросы обсуждаются. Рассматриваются несколько вариантов расположения нового дворца бракосочетания. Один из них в районе праздничной площадки у кинотеатра. Это центр города. Здесь всегда у нас проходят и мероприятия торжественные. И, конечно, в первую очередь рассматривался подъезд удобный, потому что мы видим и понимаем, что сама церемония бракосочетания, она, конечно, не только в стенах ЗАГСа, но и начинается, наверное, с момента подъезда к нему. Красивые невесты на красивых машинах. Поэтому этот вариант, конечно, он рассматривается, он еще будет. Он же в публичную плоскость не был вынесен, поэтому это еще будет обсуждаться. Подчеркивается, что стадия обсуждения не требует финансовых затрат, но является первостепенной. Только после того, как будет принято единогласное решение, можно говорить о каких-то дальнейших шагах. Изготовление самого проектно-сметной документации – это уже финансово-емкое уже мероприятие, которое требует финансирования. Это средства местного бюджета, потому что областной программы не существует. Это только за счет нашего внутреннего ресурса. Ну, да, это 22-й год. Это в лучшем случае мы будем планировать на проектно-сметную документацию ассигнований. Как подытожила заместитель главы, что касается нового ЗАГСа, пока это планы. А планов много, и они амбициозные. Главное – приложить все старания к их воплощению в жизнь.